вон туда полей маленько дальше. Во-во-во-во-во-во. Огромные языки пламени и едкий белый дым. Разбушевавшаяся стихия гектар за гектаром охватывает все новые и новые участки тайги. Огонь, подгоняемый ветром, перекидывается с прошлогодней сухой травы и кустарников на стволы и кроны деревьев. Всего несколько минут, и пожар почти вплотную подошел к деревне Южакова. Остановить его удалось буквально в метрах от участков. Еще чуть-чуть, говорят местные, и случилась бы беда. Сначала я стояла вон там за баней, думаю, что из-под крыши дымок. Думаю, ну, наверное, оттуда. А потом это пожарник сюда прибежал, говорит, у вас что, баня, крыша там? И мы смотрим, там точно огонь. А страшно было вот рядом с пожаром? Конечно, я сегодня и поплакала, и все на свете перемолилась, и что только не это самое. Случай серьезный. Чтобы справиться с огнем, силы стянули из всех населенных пунктов по соседству. Воду для тушения пламени подают прямо из Енисея по специальному гидранту. Сейчас она нужна не только пожарным, но и сотрудникам лесоохраны. Их задача – остановить движение пламени по деревьям и лесной подстилке. Вода нужна будет, вот бесперебойная подача у нас поставлена. Поэтому как бы с ним здесь работает. А это уже поселок Байкал. Здесь пожар начался недалеко от частной лесопилки. Даже спустя сутки здесь продолжает гореть горбыль и опилки. Ситуация хоть и под контролем, но на месте продолжают дежурить спасатели. Обстановка остается сложной, большая горючая нагрузка. Также остается угроза распространения огня на населенные пункты Байкал и Южакова. На месте пожара работают 4 единицы техники, 14 человек личного состава. То есть все делаем, все в наших силах. Тяжелая ситуация и в соседнем Лесосибирске. Там в садовых участках сгорели 19 дачных домиков. Сбить пламя удалось только с помощью пожарного вертолета. Очевидцы говорят, огонь был такой силы, что плавились металл и стекло. Одна из возможных причин пожара – неаккуратное обращение с огнем самих жителей. Ну, откуда-то оттуда началось. Ага. Ну, мы приехали, тут уже все пылало. Приехали, тут пожарка стоит. Ну, хорошо, да не эту стену поливали, и этого дома, и столб. А так бы и это все сгорело. Сейчас на территории Енисейского района действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Но, как показывает практика, далеко не все соблюдают эти элементарные правила. Ведь большинство пожаров случается по вине человека. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, новости.